Добрый день, друзья! Меня зовут Лев Рохман, и сегодняшний анекдот на тему современного кредитования. Итак, представим. Рохман, дай мне в долг 10 тысяч. Хорошо, я дам тебе 10 тысяч, но ты мне что-то должен оставить в залог. Ну давай, а оставить-то что? Да хотя бы квартиру. Ну ладно, бери. Слушай, но мне же невыгодно просто так давать тебе 10 тысяч. Давай ты мне через год отдашь 20. Хорошо. Да, но ведь тебе через год будет сложно отдавать мне 20. Давай ты мне 10 отдашь сейчас, а через год тебе будет легче. И правда. Рохман, 10 тысяч у меня нет. Квартиры у меня нет. Еще 10 я вам должен. И вроде все правильно. Мораль. Друзья, зачем вам кредит? Берите квартиры за наличные у Рохмана. Работаю с головой и без мозоли.